Приветствую вас, мои друзья. За последние пару-тройку тысячелетий анатомия лица человека значительно не изменилась. Вместе с тем, за последние пару десятилетий с тенденцией к ускорению этого процесса, детали строения этой сложной анатомической зоны все больше и больше дополняются новыми фактами. То, что можно, нужно рассматривать в своей собственной практике при работе с пластическими, реконструктивными или эстетическими пациентами. Буду рад вас всех видеть. Приезжайте. Будет интересно.